Здравствуйте, королевы и короли! Приглашаю вас в свое королевство посмотреть мои увлечения и мои цветы. Королевские увлечения. Да. Я сегодня в гостях у Леночки Федюниной, вы видите. Она накормили меня. Сейчас мы переходим к чаю. Вернее, Лена мне кофе сделала, да, остальным всем чай. Я говорю: Лена, да, я покажу, пожалуйста, в чем ты меня будешь поить кофе. Посмотрите, это же у нас колокольчики ЛФЗ уже нашего времени, но они красивые, невероятные. У нее там в шкафу, вот там стоит целый комплект. А, он и там и блюдце, да? Там все, и чайничек. И чайник, ага. И молочник, и сахарница. Угу. Видите, да, оторочка здесь внутри кружки. И, кстати, вот эта форма-то, как она, лучистая называется? Лучистая. Да, вот видите, вот эти лучики. Да. Ага. Торт, значит, мы сейчас будем пробовать. Вкусно накормили, натолкли картофель. С этими, с кем? Отбивные. С отбивными. Супруг делал. Я говорю, картошка такая вкусная, что можно без всего есть. Ну, тут еще и салатов, и рыбы, и всего было очень много вкусного. Мы наелись. Вот такие у Лены салфетки с долларами. Я говорю, ну как, вот еще поешь, еще тебе и оплатят. Говорю, в ресторанах бы так. Но это все отвлечение, все мелочи, как говорится. Торт сейчас будем пробовать и покажем вам то, что Лена делает своими руками. Я уже просмотрел немного и вам покажу. Королевы, здесь часть коллекции моих кукол, которые я собираю. Также здесь еще куклы, которые я выигрывала и которые покупала у Ивана. Вот. Статуэтки. Статуэточки, да. Угу. Мадонна. Разные. Многим она понравилась. Да, этот Мэрилин Монро. Да, вот да. Это в самом начале, вот когда у нас только начались розыгрыши, да? Ну и она встала, да, к тем еще, да, к вашим уже. А также тут мои куклы, которых я сама сшила. Вот это вот кудряшка, моя любимая кукла. Угу. А имена, Лена, даете? Они у них были имена, но я так не даю. А свои придумаете какие-то? Это Сью, кудряшка. Ну, кудряшка Сью, наверное, да. Да. Я вижу там и пупсёныш, который у меня приобретали, стоит вон он. Да. Забавным личиком. Плохо его там видно. Это Дианочка, тоже сама шила. Да? Да, это сама шила Дианка. Угу. Вот. Да, матинчика сама шила, и вот такую елочку недавно вставляла. А покажите нам елочку ближе. Вот. Елочка с потушкой. Не все в Телеграм заходят к Ивану Рыбникову, поэтому мы сейчас вам ближе покажем. Лена своими руками делает вот такие вот елочки. И мы дальше покажем еще яйца Фаберже. И Лена много чем занимается здесь, я, например. Шила. Первая моя кукла, которую сшила, была первая. Ага. Угу. Ну что, удачно, по-моему. Колготочки даже у нее есть там. Здесь у нее на стенах висят, на стенах вышивки. Вот это все, вот это, да? Да. Тройка вышитая. Это у нас большой театр. Балерина, сейчас я вам ближе покажу. Это все вышивала Лена сама. Ага. Ну, мне вот тройка больше понравилась. И, конечно же, балерины эффектные. Эту вышивали, да, тоже? Ага, там еще одна есть в коридоре, типа этой, по стилистике. Так, картины тоже Лена писала сама, но вот по, как там, по номерам, по инструкциям, так правильнее сказать, да, вот эти картины. Вот они у нее там еще висят. Давайте посмотрим. Вот эти собаки, волки, или да, кто это потом? Собачки. Божественная тема. А, там волк, да. А вот еще я шила дракончик. Дракошу шила. Год дракона идет, но я для себя шила. Это он идет, значит, с этим, да? Со светительным прибором. Здесь у Лены коллекция фарфоровых и не только статуэток. Вот далматинец шикарный, кстати. Всех пород и мастей. Зайчики там я вижу. А это что? Мотоциклы. Нас не успел. Угу. Здесь музыкальные инструменты. Маски. А, и масочки. Ага. Так. А у него-то есть название?
Ну, просто волк, хозяин квартиры. А он это рычит или что он делает? Нет, он только сторожит квартиру. А-а-а. Он очень... Руки в боки. Да. Угу. Не, надо ему имя все-таки дать. У старожилы должно быть имя. Вот ага, вот эти я не видел. Тоже вышивки. Так, вот эти, Лена говорит, могут пойти в продажу. Красивые. Можно их вместе повесить. Вот как они висят. Да, можно одна на другой, можно также в линию. Да. Угу. Так что, девочки, если что, обращайтесь. А ценник скажем или потом уже? По 1000. 3000 за 3. Угу. 3 за 3 или по 1001. Так, и здесь вот дамочки вот такие. А эти нет. Не в продаже? Вот это очень красиво. Угу. Так, дальше коллекция кукол у Лены. А сколько лет уже собираете? Ну, это я начала еще, наверное, в прошлом веке. Можно сказать. Ну, как это? 20-м. Ага. Ну, как лет 20 назад. Угу. Здесь все национальности, разные страны. Может, у кого-то из вас тоже есть что-то из таких кукол? Это Азизу напоминает. Да, это Тунис. У нее, по-моему, даже что-то из костюма. В костюме были что-то такого плана. Да, разношерстная масса собралась здесь, так скажем. Вот у этой мордашки шикарная. Это русская. А это, по-моему, фарфор. Нет? Пластик. Фарфор вроде бы. Угу. Фарфор, ага. И вот это фарфор, да, вижу. Да. Меха. Да, как у меня шапка. И вот у нее, у царицы тоже шапка. С мехами. Это из последних? Ой, а вот это что? Это так прямо и было? Вот так, нет, все шило. Все шило. Ну, это понимаю. А они были в наборе или да. Вот сами придумывали? Нет, 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 это все было в наборе. Хороший, да. Как сейчас модно. Здесь угу. Лицо натягивается. Угу. Ну, вот меня всегда удивляет, что это же надо равномерно все сделать тоже. Чтоб не перекосило. Самое главное, что маленькие платья, вот маленькие костюмчики, они тяжелее шьются, чем большие платья. Mm-hmm. Потому что большие ты прострочил на машинке, а это все руками, вот что-то мне очень-то тяжело, сложно. А сколько времени на куклу уходит еще раз? Не 5. Не 5. Вот это вот. Парочка. Да, это мальчик один, пока у меня еще один лежит в запасе сшить. Рыжик. Пыжик. Егорка. А ему надо эти, да, еще вставить? Шнурочки. Нет, тоже такие ботиночки. Они так там застегиваются. Без... Да. А, угу. Ладно, пойдемте дальше. А, вот как у меня ручка. Как Лена мне дарила ручку. Да. А еще Лена говорит, Ваня, приезжай днем. Я говорю, угу, ну пока я свои дела сделал, конечно, уже и раньше темнеет, и все, потому что у нее цветы, и мы бы сейчас их увидели, конечно, при дневном свете уже более тщательно. Сколько, Лена, говорите? Тут чего, у меня как? Больше 100 видов суккулентов. Суккуленты. Это и такой... это тоже это суккуленты? Это суккуленты все, да. Кактус суккуленты. Если кто-то заинтересуется, то я могу бесплатно росточки дать или отослать, только если за... отправку взять. Угу. Я знаю только этот, замиокулькас. Да. А как вы отправите? А как оно дойдет? Сейчас замерзнет все? Ну, что, это все запаковывается за бумаги. Мне да? Тоже недавно прислали. Вот этот горшок интересный. Это в центр наливаешь воду, да? Нет, или... это при обеденных. Чтобы удобно было, ну, меньше места занимает. А я думал, сюда воду наливаешь, и оно распространяется. Нет, нет, это вставляется дальше. Угу. Вот здесь красиво скомпоновано, да, в этом горшке. Да, вот прям здесь помного. Mm-hmm.
Вот этот, это роза пустыни называется. Она потом в будущем будет цвести очень красиво. Я их вырастила из семян. Да. Все 10 семян зашли у меня. Угу, угу. Раздала. У меня вот 4 осталось. Что-то раздала. Угу. Я всем раздаю. Угу. Но он что, будет цвести потом? Да, красиво розовый. Угу. А это вы занимаетесь или супруг? Мне купили, а... Но я еще думаю, делать этим и заниматься этим или нет. Кактусы. Дедушка есть, кстати, кактусы. Если кому-то надо. А это я привезла маленький кактус Туниса. Привезла, и он у меня вырос. Вот сколько росточек. В другую комнату, но вот над дверью еще Ленина вышивка. Посмотрите, какие красивые цветы лилии. Так, это между комнаты, простеночек и угловая висит полка. И продолжение коллекции. Вот таких кукол. Напомню, что Лена их коллекционирует. Глаза стенки. Ага, красная шапочка. А эти Лена сама сделала своими руками. Вот это оформляла все. Ленты. Между комнатами и между кухней, еще двумя комнатами, тоже простенок, большой шкаф, книжный. За куклами стоят книги. Лена мне сейчас рассказывала, что первую переднюю часть книг пришлось библиотеку отдать для того, чтобы разместить кукол. Я видел уже квартиру подобную тоже у женщины, она тоже собирает кукол. То есть я вот уже знаком с таким, когда вот собирают, коллекционируют, и там тоже много кукол, вот, но снимать не снимал, а вот Лена пригласила, чтобы я показал, вот она говорит, что в прошлом веке начала снимать. Нет, здесь смотря... разные эпохи, разные времена, это был журнал, в каждом журнале, да, приходила кукла, вот, в разных героини одеждах. Угу. Вы считали вообще, сколько у вас их? Ой, считала, но уже потом бросила. Уже не помню. Но очень много. Ну вот, если кто-то придет и заскучает. Это моя внучка. Только это маленькая, это внук. Но они это маленькие. А уже выросли, да? Ну, ей 18 было. Вот. Праздновали. Угу. Как в одном из моих любимых... Ой, какая красота, вот это в платках завязаны. Мультфильмов. Там переехали в новый дом родители, и у них дочка маленькая, она болтается под ногами. Они говорят, иди пересчитай все в новом доме, все, что есть синее. Так и у вас можно, чтобы ребенка занять, пересчитать кукол. Всех сколько кукол. Африканки здесь, и японки, и индианки. Да, это тоже кукла. Клеопатра. И интересно... что можно же даже похожие лица найти на твоих знакомых. Например, вот это напоминает Изауру. Так это и есть Изаура. Это есть? Да. Ну да, и платье. Это Анжелика, это Скарлетт, вот это Скарлетт. То есть здесь и героиня, потом идут национальные наши. А это, наверное, Малвина, которая там была. Нет, это тоже что-то похоже. Угу, тоже Скарлетт. Так, и есть еще, да, у нас? На кухне. А, на кухне. Так, это уже у нас пошли. Как их называют? Эльфы. Героини. Нет, это Малефисента. Это эльф. Вот эльф или эльфийка. Нет. Это Алиса в Стране чудес. Героиня сделана, кукла сделана по лицу героини. Шляпник. Это часов
Шляпник. Да. Это Малефисента, это... Ладно, красавица. Не будем вспоминать, но для меня они все равно эльфы, вот, потому что у них были такие прически. 101 Далматинец. Героиня. Это чудовище из «Красавица-чудовище». Там больше Аладдин, Джин и Русалочка, это Золушка. Вампирочка. Так, здесь еще какие-то. Клоуны разные. Клоуны. Веселые и не очень. Вот этот нарядный, очень хороший. Из фильма «Оно». Это какой? Вот этот? Да. Страшный ужастик фильм. Угу. Большая картина. Мы у нее фотографировались с Леной и на заставке. Ну, она же, да, вместе с нами. Тоже Лена вышивала это все. Этих птиц хвосты. Ну, кроме цветов, цветы идут как рисунок. А вот хвосты, да, вышитые. От низа до верха. И земля становится родней. И сердцам понять друг друга проще. Ты мне душу тронул, соловей. Маленький волшебник белой рощи, и совсем не ведая о том, ты напел заветное мне что-то, эту песнь да записать пером, что от журавлиного полета. Кто из наших королев у Лены приобрели яйца Фаберже, которые она делает. Вот, например, я сейчас попрошу, достанет она. Вот там три стоят, те, что она сама делала. Угу. Там, по-моему, девочки получили, да, свои? Да, осталось как экспонаты. Фатима, сегодня Иван заберет посылку и отправит ее тебе. Угу. Ну, отлично. Такие яйца делает Лена своими руками. Паска придет, люди оформят пасочком. Красиво. Лена, а на яйцо сколько туда уходит времени? Ну, 3 дня. Ну, тоже время. Так, еще Лена мне сказала, что вот эту карету она тоже собирала всю сама. Она из мелких-мелких частей. Посмотрите, какая красивая. Хрупкая такая, все из мелких деталей. Месяц собирать. Очень сложно. Это все наклей, да? Нет. Друг за дружку. Что-то не стыкуется. Переделано. Переделала вам другой режим, лучше видно. Тоже Ленина работа. Красавка. Угу. Красавочка. Так, яйцо нам еще раз покажите какое-нибудь, потому что я переделал другой этот, и лучше видно качество. Смотрите, какие красивые. Ну, 3 дня. Ну, обалдеть. Ну, конечно, тут бусинки все это. Там по веточке внутри, конечно. Это и можно елочная игрушка, в принципе, повесить. Да, ну я елочную игрушку сделаю. Да, ну и либо оно вот как на Пасху ставится. Нет, ну это просто коллекционная считается. Угу. Перо тоже не обойдем стороной. И Мальвина, да, эти куклы отличаются от всех других. Но перо особенно. Фарфоровая. И в этой комнате тоже есть цветы, комнаты растений. Сейчас мы их тоже покажем. Вот такой не видел. Если вот такой он как-то частенько видел, а вот такого я не видел растений. Вот этот шеф, он был маленький, весь фиолетовый покрасил. А, из росы уже не фиолетовый, да? Докрашивать его.
все это опрыскиваете, да? Жалко, мне кажется, что они... Вот эти интересные штуки, типа по форме, да? Что как обрубыши смотрятся. Да, это камни, как называется, каменные цветы, камни. Ага. Их надо очень редко поливать, а я заливаю. Угу. Вот этот интересный, красивый. Это храм Будды, очень дорогой, да? Суккулент. Потрогать его хочется. Вот этот тоже, как будто камешки... нанизаны, да, на веревочку. Это такой цветок прям? Да. Деточки, как будто бусинки нанизаны на веревку. Забавно. Тут махин, покажи. Вот этот цветок. Ага, видим, какой высокий. И вот эти можно брать и садить, вот эти штучки. Это какой-то вид молочая. Вообще можно обрезать и дальше писать по-новому. Ну, ладно, чтобы не поломался. Тут горшочки веселенькие. Там тоже цветущие. Очень красивый цветок. Но имеет такой ужасный запах. От цветков, да, самих? Да. Так, у Лены вот здесь уголочек. Где она делает работы. Вот, посмотрите, начало вышивки. Так, и это все прям по номерам. Вот так будет, да? Угу. Девочки, ну вот кто уже... Лена, сколько еще уйдет времени на эту работу? Полтора месяца, полтора. Через полтора месяца, пожалуйста, можете приобрести эту вещичку. На заказ. Ага. Значит, через 3 месяца. Когда следующее? Нет, машет головой, нет. Так, это новая работа. Ноги вон они в стороне. Вот ноги. Хвост, я вижу, лежит там, шьется. Хвост я не могу вывернуть наизнанку. Не знаю, как это сделать. Пытаюсь, но вот. Очень просто, сейчас научу. Да. Сейчас научу. Очень хорошенькая, как курточка, мне нравится. Да, и цветовая гамма. Курточка. Мышь серая, но не серая. Вот я хотела сказать, что такое яйца, как они делаются. Ага. Вот такой набор. Угу. В него входит яйцо, описание и все пайетки, иголочки, булавочки, лента. В комплекте. Да, все рассказывается, как делать. Тяжелый подставчик отдельно прилетаем. А еще я начала, увлеклась, но немножко забросила. Есть такое как бы искусство, папертоль называется. Это послойное наложение из бумаги. И потом это все нужно жидким стеклом залить. Ну, я сделала, но еще не залила. Это все вот красиво. Послойно вырезается. И послойно все наклеится. Но труд, конечно, очень. Бы 3D, да? Да. И в рамку кладется, да, и заливается. Рамка специальная, она на стекло клеится. Не под стекло, а на стекло. Потому что здесь она уже будет залита стеклом. Угу. Ой, прикольно. Как называется? Папертоль. Папертоль, девочки. Вот. И покажу, учим новые слова и новые. Вот она уже залита, но возможности. Не очень получилось так. Ага. Вот. Угу. И еще одна у меня залита есть. И что-то я забросила. У меня очень много что вырезать можно, но сначала я как бы загорелась, набрала всего и почему-то остыла. Самое сложное — это вот заливание жидким стеклом. То есть нужно очень с 2 компонентов его делать, смешивать. И все тут вот кисточкой замазывать, заливать, чтобы хватило, и чтобы все. Здесь мне тоже не хватило немножко. Ну, интересно. Единственное, что надо было, наверное, в раму сразу вставлять, и оно тогда бы не покоребилось. Ну, там будет стекло, рамочки. Просто я хотела заказать сразу, сделать несколько, заказать сразу несколько рамок. Их только можно вот в этом магазине сказать, где продаются. Потому что они специальные. Они, наоборот, стекло внутри. И на стекло приклеивается вот это тоже выше. Понял. Вот. Не зря пришел, хвост вывернул Лене. Работа не будет стоять вот этой палочкой.
Ну вот, видите, мы снимали вам красоты, интересностей. Это был вечер с одной из вас, с одной из королев. Лена, спасибо, что пригласили, вкусно накормили. Побывал в вашем городе подмосковном и узнал что-то новое. И, а самое главное, еще и другие королевы узнают что-то. Всем привет. Тоже пусть примкнут к творчеству, да, и для себя что-то увидят, услышат. И тем самым жизнь мы свою преображаем. Дина Федоровна, ваш гномик сегодня поедет. А, да. А мы его покажем, может быть, его давайте? Да. Давайте. Ой. Давайте. Дина Федоровна, вот гномик роскошнейший, осенний такой, теплый, уютный. Похож на вашего этого. Как Мурзика из-за... Мусик. Мусик на Мусик. Короче, будете бороться с Мусиком за гномика. Шикарный. Просто шикарный дед. Тоже Лена Федоровна, да? Красивая. Лена Федоровна, вам подарочек от меня. Ага. Ну вот я как раз ей компоную посылку. Она все ждет. Мыло. Лена Федоровна, принимайте. Угу. Спасибо. Пахучее, наверное. Да. Угу. Из Подмосковья в Тульскую губернию подарки поедут. Говорю спасибо за Елену Федоровну. Так, Фатиме в посылочку тоже ей компоную. Там уже у нее новые собрались немножко. Ага. Фатима. Получит скоро яйцо и подарочки. Елку. Яйцо, да, которое сделали? Ох, какое оно синее, красивое, яркое. Тоже 3 дня ушло на него? Наверное, да. Посмотрите, какое красивое. Шикарное. Яркое. Угу. Да. Как украшение прям такое. Бижутерное, да? Да. Угу. Очень красиво, Лена. Спасибо. Так. У нее тут на столике стоят, видите, то, что она у меня приобретала вот эту, вот этого паренька с зайчиками. Вот эту она выиграла. О, кстати, и смотрите, что Лена нам дала. Это повезу с собой. У нас открыт будет на нее розыгрыш. Старенькая пара, да, ЛФЗ, кобальт, видите, золотыми кантиками. Роскошная вот такая. Будет тоже вложение в песню, так скажем, да. Красотка. Так, это новые ручки. Ух ты, новые ручки такие. Нравится. Господи, где они, где вы их берете такие забавные? И та интересная, и эта с обезьянкой. Угу, спасибо. Это почти цветок, где она вот здесь открывается. Но в ней же меняется, да? Паста-то. Нет. Ну, на некоторых меняется, на некоторых нет. Вот на той, которая отстрелится, нет. А это королевы хотели, чтобы ты расписывался с золотой маркой. Это я на Алиэкспресс заказывала. Так. Еще открыточку не могу найти, чтобы ты не расписался. Буду расписываться на ваших фарфоровых и, короче, отправлять вам теперь золотые росписи. И от Ивана Рыбникова получать будете. Оборвем, да? Так, носочки Лена нашла. С одной стороны ангелочки на этих носочках. И с другой стороны другой ангелочек. И с другой ангелочек. Который внизу Сикстинской Мадонны. На той же картине, да. Друг на друга смотрит. Ага, точно, точно. Да, угу. Спасибо. Да. Я же бирюзовый люблю, конечно же. Молочный шоколад. Молочный год дракона. Ты конфеты ешь такие? Да я все ем. Я вот только зайцев доел ваших. Так, свечи будем жечь тоже во время прямых эфиров. Угу, спасибо. Еще и аромат. Бомба шиммер с золотым ванной засыпать, лежать в ванной. Ох, было бы время, если только прямой эфир тоже вести в ванной. Когда лежишь, некогда лежать. Ну, там какой-то хитрый лис, я смотрю. Да, это серия такая, лист полностью натуральный. И что, это цвет дает или что, или запах? Нет, это соль, масло, там все. А, смесь. Ванной спаешь, лежишь. Понял, ладно, буду пользоваться всем. Спасибо. Полезно.
заодно привез Лене ее два выигрыша. Выиграла она в лотерее вот этого лебедя. Я говорю: Лена, положите сюда мандарины в Новый год на стол. Вот эту вазу она выиграла в лотерее прекрасную. Так, а это у нее уже было куплено ею под... к этой вазе, вернее, да, тем более, что у нее есть вот этот комплект, она уже как раз его сможет достать, то есть одну она дарит, а четыре набора у нее еще осталось. Так, и видите, как это все прекрасно смотрится друг с дружкой. Это купила, и блюдо тоже она покупала у меня. Девочки, поздравляю вас с наступающим Новым годом, годом дракона, вот у меня такой дракончик приобрела, красивенький. Всем-всем привет Фатиме, Елене Федоровне, Елене Борщ, Елене Шлягер. Шлягер, да. Ну, в общем, все наши тусовки. Да, все наши тусовки. Всем девочкам привет. Ну что, мои хорошие, вот мы с вами побывали в гостях у одной из королев, посмотрели, как она живет, чем живет, сколько труда она вкладывает в свои работы. И мне очень приятно, что она может их продать на моем канале. И также вы свои рукоделия можете предложить всем королевам. Может быть, кто-то с чем-то из вас, кто-то еще чем-то занимается. Вот у Лены и цветы, и вышивка. И... Маня, подожди, у меня, по-моему, не пишется. Да. Черный квадратик. Ты когда вставал, у тебя было кружочек. Все пишется. Вот. Это пишется, да? Конечно. Ну, ты с этого сделаешь? Наверное, дайте посмотреть там. Сбились, но сменили локацию. Я хочу вам напомнить, что у Лены есть для вас кое-что красивое. Вот эти три вышивки можно приобрести. Можно обратиться здесь под видео, и я вас свяжу с Леной. Либо просто напишите, либо что хотим вышивку от Лены. И она может даже, наверняка, я думаю, не откажет вам еще какую-то отдельно принять по вашему запросу. Да, Лена? Конкретно какую-то вышивать. Да. Вот там она цветы, вы видели, вышивает. Или наоборот, я не знаю, девушку в национальном платье вашей национальности. Ну, вариантов много. В любом случае, я рад, что королевы не дремлют, королевы в нашем государстве творят. На этом и прощаемся с вами, и до новых встреч. С вами был ваш Иван Рыбников. Я летаю в разные края, кто же знает, где мы завтра будем. Дождик привожу в пустыню я, солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно следы, как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником.